Добро пожаловать на вашу бизнес-страницу Google и в Google iBot. И давайте позаботимся о бизнесе. Ваш собственный настроенный бот с искусственным интеллектом, который увеличит трафик и посещаемость вашей бизнес-страницы Google. Очень важный вопрос. Что ищут потенциальные клиенты? GBizBot получает SEO-данные с вашей бизнес-страницы Google, чтобы точно узнать, что ищут потенциальные и текущие клиенты. Итак, здесь вы увидите широкий спектр поисковых запросов, которые, как мы знаем, ищут клиенты. Например, лучшие рестораны, тысячелетние дубы, большое зеленое яйцо, завтрак возле меня. Там сотни и сотни. Вы можете увидеть более 1000 различных вариантов поисковых запросов, которые, как знает Google, ищут ваши клиенты. Вы можете представить себе и понять, как важно точно знать, что ищут ваши клиенты. У нас также есть очень подробная и точная географическая информация. Мы можем узнать, где конкретно находятся ваши клиенты, откуда они едут. И здесь, на этой фиолетовой карте, вы можете видеть, что темно-пурпурный цвет имеет самую высокую концентрацию тысячелетних дубов от Лос-Анджелес до Вентура. Одним из аспектов вашего GBizBot'а является то, что он интерполирует ключевые слова с данными Get Directions Google Card. Не нужно беспокоиться, потому что мы не используем личную информацию. Этот GBizBot использует ваши данные для оплаты услуг, и это работает на вас. Другим атрибутом вашего GBizBot'а является то, что он обновляет и вставляет точные данные в изображение. Так что мы делаем один шаг вперед. Мы не просто публикуем предоставленные изображения высокого качества, также вашими клиентами, что действительно важно. Это здорово и это важно, но мы поднимаем это на следующий уровень. Точные данные, которые мы вставляем в ваши фотографии, это особенности заведения, вегетарианские блюда без глютена, веганские блины, обед, ужин, полный бар. Так что GBizBot загружает изображение со встроенными данными на вашу бизнес-страницу Google. И здесь вы можете увидеть документированные результаты работы BizBot'а. До работы бота у фотографии было 263% больше просмотров. Это было до того, как GBizBot приступил к работе. С тех пор, как GBizBot был подключен, фотографии тысячелетних дубов получили 1430 просмотров. Позвольте мне повторить, что 1430 больше просмотров, чем аналогичные бизнесы. Так что спасибо за просмотр этого видео, в котором вы увидели быструю демонстрацию того, что GBizBot может сделать для вас.